Орешек занят тверд, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его поможет киножурнал «Хочу все знать». Смотри, твоя земля. Здесь живут беспокойные люди. Непривычные они делают привычным, трудное легким, неизвестное известным. Твердое, жидкое. Газообразное. Любое вещество на Земле находится в одном из трех состояний и может переходить из одного в другое. Твердое в газ и жидкое в газ. А газ снова в жидкость. В общем, все это ты учил в школе. Но ученые внесли поправки в учебник физики. Есть и четвертое состояние вещества. Нагреваем лед. Нагреваем до миллионов градусов. Начнем с абсолютного нуля. Молекулы и атомы неподвижны. Нагреваем. Частицы зашевелились. Выше температура, энергичнее движение. Вода кипит, молекулы разлетаются. Еще жарче. Тысячи, миллионы градусов. Атомы мчатся с бешеной скоростью. Сталкиваются, разбиваются. Осколки атомов, ядра и электроны – новое, четвертое состояние вещества. Не лед, не вода, не газ, а плазма. Вот она, в колбе. Веками люди глядели на Солнце, не подозревая, что перед ними четвертое состояние вещества. Вернее, не четвертое, а первое, потому что большая часть Вселенной, все звезды, находятся в состоянии плазмы. Ученые пытаются зажечь Солнце на Земле, и плазма в центре их внимания. В лабораториях рождается невиданная сила, так нужная для преобразования Земли. Думал ли ты о том, как трудно всю Землю сделать пригодной для жизни? Этот город – вызов природе. Здесь редко выпадают дожди и не текут реки. Выйдешь за окраину – пустыня. Сотни километров горячего, изнемогающего от зноя песка. А рядом море. Но море горькой соленой воды. Ею не напоишь ни человека, ни растений, ни заводы. Жажда – беда планеты. Сегодня человечеству не хватает пресной воды. Если собрать воду всех рек и озер, окажется, что ее мало. Из каждых 100 капель только 3 пресные. Только 3 могут нести Земле жизнь. И люди решили делать пресную воду из морской. По виду доменная печь. Но работает завод пресной воды скорее как самовар. Сырье – морская вода, она кипит. Соль остается, а из пара снова получается вода, уже пресная. Поток живой воды днем и ночью течет через пустыню, не пересыхая под палящим солнцем. Он течет городу Шевченко, воздвигнутому на искусственной реке. Остров жизни среди мертвой пустыни. Город нефтяников, отбирающих у пустыни драгоценность нефть. Пустыням объявлена война. Всем пустыням планеты. Тихой и неподвижной кажется из космоса наша Земля. Но как она шумна вблизи,
как изменчиво. Примерно 100 лет назад, к всеобщему удивлению, карета впервые покатила без лошадей. Конструкторы очень старались. Им хотелось, чтобы автомобиль был верхом совершенства. И вот что из этого получилось. Современные конструкторы стремятся к совершенству, красоте и удобству ничуть не меньше. И вот как они это делают. Выбор внешности начинается с маленьких моделей. И не только для того, чтобы найти самую красивую. Модель заставляет как бы мчаться и рассказать конструкторам, хороша ли ее форма для движения. Словно опытные закройщики подгоняют конструкторы автомобиль к человеку. Человеку должно быть удобно. Даже на большом чертеже можно ошибиться, размещая сиденье или устанавливая руль. Вот почему конструкторы обязательно строят поначалу макет, деревянный автомобиль. Хорошо получилось, правда? А каким покажется новый Запорожец через 100 лет? Ведь на нашей земле все так изменчиво. Создавать новое всегда трудно. Счастливый случай сам собой не приходит. Взволнован и озабочен петербургский актер Глеб Евгеньевич Котельников. Артиста мучает вопрос, далекий от его профессии. Накануне, в сентябре 1910 года, во время первого праздника русских летчиков, на глазах у Котельникова погиб человек, храбрый человек. Один из тех, кто прокладывал путь авиации. Да, это было страшно. Летчики взлетали и не знали, вернутся ли они на Землю живыми. Почему же известный с времен Леонардо да Винчи парашют не применяют в авиации? На воздушном шаре там просто. Раскрытый парашют подвешивали к корзине. К самолету парашют не подвесишь, парашют запутается в полете. Так что же делать? Наверное, надо прикрепить парашют к человеку, а не к машине. Даже в театре Котельников не переставал думать об этом. Кто ищет, тот всегда найдет. Вот он парашют для летчиков, вот оно решение. Шелковое полотно тонкое, но прочное, и умещается оно в маленькой сумочке. В сумочке? Нет, лучше ранец, заплечный ранец. Из него парашют будет выскакивать, когда человек выпрыгнет из самолета. Кто же смельчак, впервые испытавший ранцевый парашют? В нем 80 килограммов песка. Его называют иногда Иван Иваныч. Так родился ранцевый парашют. Конечно, безопаснее было бы не подниматься в небо. Но на земле живут беспокойные люди.